в итальянской серии А. Являясь сам. На его счету 34 мяча. И, кстати говоря, лучший бомбардир в этом отборочном цикле в трех матчах. Ушел после четырех поражений подряд. Сборная Уругвая уступила. Ждали в миланском Интере. Но когда он перешел из Атлетико Мадрид, хозяев поля. Заброс на дальний угол вратарь. У Пиньероли, воспитанником которого является... Или стрельщиков, порадуйте себя тоже. Момент очень хороший. Луис Суарес, наверное, чуть сильнее, чем ситуация того требует Южную Америку. Ну и не будем забывать, что уругвайцы двукратные чемпионы мира. В 1935-2010 годах Эдинсон Кавани пробил поворотом. Предела зеленого прямоугольника. И близости от штрафной площади сборной Венесуэла. Мячом идет дальше. Пелистри смещается чуть ближе к центру. Он уже в штрафной площади. Пелистри. Прострел нужен. И гол! 2-0! Сборная Уругвая получает серьезное преимущество. Эрхиан де Араскаэта. Достаточно регулярно последние десятилетия мир. Еще одна атака сборной Уругвая. Суарес. 3 в 3 атака, и может она развиваться дальше. Сборочного цикла. Но, с другой стороны, Венесуэла не игре. В марте эта встреча состоится 24 числа. И авторитетных людей, кто Уругвая досталось. И штрафной удар в центре поля. Годин проигрывает борьбу на втором этаже, но мяч... Ни одной потери у сборной Венесуэлы перед этим матчем не было, а вот у сборной Уругвая одна опорного полузащитника. Годин, классный заброс направо. Пелистри сдает себе футболисты сборной Уругвая. Пелистри, здорово, он идет вперед. Если бы попал, это был бы очередной мяч красавец. Но Кавани, небольшой рикошет. Да, мяч... И так было в 2002 году. В пенальти. Нападающий сборной Уругвая. Эмоции, еще раз эмоции. Вернее, прострельная передача в направлении Хосе Соломона Рондона. Скорее всего, результат сегодня будет достигнут оптимальный. И теперь тур против Перу. И в игре первого тура против Варосом пролетели незаметно. 15 ярких, 15 очень качен. Демонстрирует рефери, что он все видел. И... Молодой атакующий полузащитник сборной Уругвая, но контакт и был. Этот контакт был не настолько ощутимым. Ну, руками разбегается Луис Суарес, ну, на сей раз бьет другую. В дебюте второго тайма, что может быть вообще лучше? В стартовом составе и в концовках матчей, хотя начинал сезон чуть ли не 100% игроком старт спортивных, которые пустуют. Но в целом отличная, превосходная, самая яркая победа этой национальной команды.